Здравствуйте. Кто главный в вашей семье? Ну, конечно, мужчина главный в семье. Да? А можно я тогда сегодня с мужиками пиво попью? Я тебе сказала нет! У нас сегодня медитация. Как вы миритесь, когда ссоритесь? Ну, я сначала прошу у нее прощения, а потом делаю все, что она попросит. А если она не права? Нет, такого не бывает. Вот именно. Как дела в постели? Не, ну с этим-то у нас проблем нету. Я целых 2 часа могу. Максимум 2 минуты. Никита, как вы относитесь к теще? А тещу? Я обожаю тещу. Это просто святой человек. Вот эти анекдоты, то, что есть про тещу, да? Это все полная чушь. Ложь. Я вам... Алло? Да-да-да. Скажи, да что там мой? Вообще меня не удивляет ни подарков, ни сюрпризов, ну просто ничего. Бла-бла-бла, 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 бла-бла-бла. Бунь! Ручная поделка из дерева. Наш дом мечты. А это что? А это помнишь, у нас собака на заднем дворе умерла. Держи, это тебе. Удивил? Дорогая, я решил тебя удивить и нарисовать твой портрет. Готова? Как тебе нравится? Похоже? Похоже? Дорогая, у меня для тебя сюрприз. Ты достали меня уже, твои сюрпризы! Это же Honor 9 Lite с мощным процессором. Спасибо! Может быть, еще одну поделку из дерева? Нет! Сегодня я покажу вам, как смотивировать вашего парня подарить вам цветы. Итак, совет номер 1. Пока он спит, тихонечко нашептывай ему слово «цветы». Намекаем дальше. Саша, я так люблю цветы. Я вот даже татуировку сделала с цветочком. Понятно. Саш, смотри, какую мне вазу подарили ребята. Ну, для этой вазы точно нужен хороший букет. И правда крутая ваза. Если вы все сделали правильно, то будет так. Я тут решил цветы подарить. Спасибо. А, лучше тебе, чем выкинуть. Правда. Сделай, пожалуйста, чай. Чай мне сделала, быстро! Овца. О, Наташ, помой, пожалуйста, посуду. Я тебе сколько раз говорю, посуду мой, мой посуду! Наташ, ты можешь, пожалуйста, свет за собой выключать? Наташа, выключай свет, пожалуйста, в следующий раз! Милый, я пойду с девчонками отдохну. Короче, ты дома сиди, а я пошла в клуб с девчонками. Там сегодня голые мужчины. Чё? Чтобы эти сучки знали, что у него здесь девушка. А это кто? Да это новенькая с работы. Только недавно вот ее взяли, поэтому ну вообще не переживай. Да, алло. Любимый, а ты кушать будешь? Любимый, я на работу. Ну да, не балуйся там. Все, пока. Угу. Таш, я, короче, в клуб с ребятами пошел. Таш, слушай, а ты мой паспорт и кошелек не видел? Я просто что-то их найти не могу. Нет, не знаю. Это тортик тебе. Не, ну торт, конечно, очень вкусный. Вот это завтрак! Привет!
ты круто выглядишь. Ну да, я же с собой ухаживаю. Наташа, а ты что, спортом занимаешься? Тебе же врач запретил. Ой, эти докторишки как скажут вообще. Я же лучше знаю. Блин, мне так плохо, у меня все болит. Кажется, я умираю. А у меня ничего не болит. Надо запустить фотку в Инстаграм. Вокруг одни идиоты, свет идиоты. Наташ, ты что красишься? Все равно из дома не выходишь. И чё я, по-твоему, такая страшная ходить должна, да? Ты ему можешь мне мандарины принести? Да, конечно. А водички можешь принести? Только пить хочется. Хорошо. Блин, а может ты в магазинчик сходишь, сладкого купишь? Да. Блин, как круто болеть. Мне парень не нужен, я могу и сама себе подарки подарить. И вообще, мне одной хорошо. Наташ, а что ты будешь делать на 14 февраля? Да откуда я знаю, у меня все равно парня нет. Дома буду сидеть. Наташ, а ты в курсе, что на 14 февраля? И что, это праздник, что ли? Милый, у меня для тебя подарок. Я купила нам одинаковые маечки. А еще одинаковые кружечки. Круто. Вот и я говорю, круто! Алло, Катюх, ну что сегодня, как всегда, по винишку спать? Угу, окей, в 10 буду. Скорее бы парня найти. Ты ж никто не ведется-то. Блин, что-то я в последнее время реально разжирела. Короче, надо брать себя в руки. С сегодняшнего дня никакого сладкого. Не, ну с вечера, конечно. Не с утра же я голодная, Мари. Ой, слушай, какая диета? Я люблю себя такой, какая я есть. Блин, ну как это вообще можно есть? Сейчас бы колу и бургер. Так сейчас же 9 утра. И чё? И кто эти правила вообще придумал? Колу не пей, бургеры по утрам не ешь. Дебилизм какой-то. 56 килограмм? 6. Не знаю, как тут бороться. Блин, у нее такая задница, брат, ты бы видел, я думал, я в рай попал. Он такой волшебный, вчера в ресторан меня повел, вежливый, галантный, еще и до дома проводил, представляешь? Вот это настоящий мужчина. Любимая, прости, пожалуйста, я вел себя как дурак. Наташ, может, ты извинишься? За что? Я ни в чем не виновата, в отличие от тебя. Ну, ты ведь и сама все знаешь, да? Как бы, зачем это все говорить, и вот я тебя там, это, и вот. Я тебя люблю. Не беси. Дорогой, прекрати злиться, а то я уже в ярости.